Друзья, хотел немножко поговорить с вами о ситуации войны с Украиной. Вот хочу пример простой жизни рассказать. Моему отцу 70 лет, он жил всю жизнь в России, и он раньше работал вместе с Константином Павловичем Бутейко, это врач из Новосибирска, который как бы выдвинул теорию, что многие болезни от глубокого дыхания. Он разработал методику волевой ликвидации глубокого дыхания, которая помогает многим людям. Отец, если кого-то интересует, можете написать мне, есть адрес электронной почты в шапке канала, вот, я его сейчас еще здесь повторю. Он занимается тем, что обучает людей методу Бутейко. Он много лет был методистом у Константина Павловича Бутейко. И живет он сейчас тоже на территории России, он живет в Краснодарском крае, в городе Апшеронске. И вот недавно какие-то люди из Киева, которые ни разу с ним не были знакомы, знают его только по его интернет-роликам, они ему написали, что они ему присудили медаль за пропаганду метода Бутейко, которую они учредили. Абсолютно незнакомые люди, украинцы. И более того, когда он сказал, что сейчас у него не очень хорошая материальная ситуация, они сказали, мы вам оплатим все почтовые расходы и даже доставку до дома. И послали ему эту медаль. Я хочу сказать, что украинцы и русские, они всегда дружили, и никакой причины, кроме того, что кто-то из властимущих капиталистов не может что-то поделить, для войны никогда не было. Поэтому, ребята, мира всем, здоровья и никогда ни с кем не воюйте.